Животноводы совхоза «Большевик» Калининской области решили по-новому выращивать молодняк. Раньше для телят подогревали молоко и кормили каждого искусственным способом. Теперь молодняк растят групповым методом. Несколько телят выкармливает одна корова. При таком методе сохраняется все поголовье телят, значительно повышаются привесы. Телятница Клавдия Ивановна Орлова выращивает сейчас 70 телят вместо 25, а забот у нее стало меньше. Через 10-15 дней молодняк окрепнет, и его можно переводить на грубые корма. В совхозе подсчитали, в этом году затраты по уходу за телятами снизились в 3 раза.